Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 8-го каталога Faberlic, много новинок, много интересного, оставлю отзывы на то, что уже протестировала, итак, поехали. На обложке представлены парфюмы, которые брать я не стала, по пробникам мне ни один из них не понравился. Сама задумка, что можно вырастить растение, очень интересная, но ради этого... Они не стоят покупки, но на вкус и цвет. Надо пробовать. Пробники есть, артикулы на пробнике тоже есть. Берите, тестируйте. Возможно, вам понравится. Мужской парфюм гораздо больше миллилитров. Здесь 100, в женском 50, мужской на порядок дороже. Новинки есть, новинки интересные. Не все были доступны, к сожалению, к VIP-заказу, но кое-что уже попробовала. Кое-что уже вышло на канале. Обзор на новинки, поэтому смотрите. Стартовая программа, про нее не забываем, потому что условия строгие, нужно обязательно. Многие девчонки забывают оплачивать заказ в рамках действия каталога. Если вы считаете, что вы выполнили условия и оформили заказ на 2400 или 4900, да, но не оплатили, оплатили, допустим, через день, а каталог уже кончился, все, вы слетаете со стартовой программы. А подарки классные, взять их очень приятно, мне кажется, каждому. По поводу серии Мискин еще свой отзыв оставлю. Вы знаете, Faberlic есть лучше. Это такая интересная базовая линейка. Мне кажется, вот до 35+ точно. Она никаких чудес абсолютно не делает, но она хорошо увлажняет. А обладательницам комби и жирной кожи на лето прям может быть тяжеловато. Про блюр крем я вам рассказывала уже. Я его вообще выкинула. Скорее всего, та же участь постигнет и дневной, потому что... Как крем с SPF, он мне сейчас тоже тяжеловат. Серии лета пока брать ничего не буду, пока нет необходимости, когда надо будет возьму. А так здесь средства очень хорошие, хорошо защищают. Кто собирается в теплые края, обязательно присмотрите. На Beauty Cafe желтые ценники при покупке двух будет скидка. Эти товары мы выбираем на втором шаге оформления в разделе промо акции для консультанта. А вот Омега Хит неожиданно порадовала, я вам уже рассказывала, вот как-то мне больше понравилось, хотя совсем бюджетная линейка, и девочки писали отзывы, кто попробовал, прям питает, увлажняет без какого-либо чрезмерного утяжеления, но жирной кожи, опять же, на лето тоже может быть многовато. Куркума это восторг, мне кажется, и на лето подойдет вполне себе, дневной крем мне только не зашел, потому что тяжеловат, очень такая... Тяжелая основа у Faberlic, у всех кремов с SPF. Вот, они вроде с SPF на лето, но вообще нет. Ну, не моя история. Викенд на лето линейка классная, можно присмотреться. А обязательно кислородный баланс дневной. Он матирует, много раз вам про него уже рассказывала. Матирует и достаточно хорошо. Такой самый матирующий, в принципе, крем Faberlic. На лето можно присмотреться к гиалуроновому гелю алоэ, но его наносим капельку прям, иначе будет утяжеление. Хорошо удерживает влагу в коже, а это нужно и жирной коже, потому что если вы ее пересушите, она вам в ответ еще больше выдаст выделений. Поэтому в ней тоже нужно удерживать влагу. Прям капельку на все лицо. Тем летом пользовалась, зашел вообще просто великолепно. Кушончик Асиул со скидочкой. Он, кстати, по-моему, сейчас в остатках, остатки сладкие, дешевле 1000. Прям там хорошая цена на него. Но уже осталось несколько часов до конца действия каталога. Если вы смотрите этот обзор на YouTube, если вы смотрите этот обзор на Дзене, то остался еще один день. Кислотная серия. Если у вас нет пигментации, если она не появляется у вас с появлением солнышка на небе яркого, то можно и взять что-то из кислотного ухода, потому что он великолепный, работает просто супер. По автозагару, если кто-то хочет немножко подзагореть, очень деликатный Faberlic автозагар, прям вот легенький-легенький вообще. А с ним не переборщишь, мне кажется. Ну, сколько ни наносила, прям плотничком на лицо, прям легкий-легкий, на следующий день деликатный загар, еле уловимый. Но можно наслаивать и можно сделать такой прям ощутимый, хороший. Классная цена на самые практически крутые кремы для рук Faberlic. Это жидкая перчатка и формула омоложения. У меня такое ощущение, что их скоро снимут. Поэтому, кто любит, запасайтесь. Действительно, у кого ручки сохнут, прям присмотритесь. Покупку тоже на втором шаге оформления заказа. По хорошим ценам будут парфюмы 30-35 мл. Что можно взять на лето? Дон Леон и Глориус мужской. В принципе, вообще нормальный аромат. Мужские, вот мне гораздо больше нравится Faberlic, нежели женские. Из женских инкогнито будет тяжеловат. Очень неплохо может зайти и Каори. Классический Феста де Вита, но мне кажется, тоже тяжеловат. А Элисар это вообще отдельная история. Мне почему-то там какая-то душит нота. Парфюмерная вода Променад.
Она свежая, действительно, она такая акватическая, морской бриз. Но в ней есть такая вот какая-то тоже мощная, тяжелая нота с небольшой горчинкой. Но многие любят. Многие любят. Если вы любите прям такие классические, свежие ароматы, стоит попробовать, тем более цена вопроса за 30 мл вообще ни о чем. Восьмой элемент спорт, вообще на любой возраст, тоже очень классный парфюм, на самом деле. Надо мужу какой-нибудь взять, повторить, будет тоже хорошая цена. За большой объем, сколько здесь, 50, если я не ошибаюсь? Нет, они вообще 100-миллилитровки, девчонки, 100 миллилитров, 769 рублей. Потрясающая цена. Парфюмированные гели для душа, отдельная история, отдельная любовь. Они действительно пахнут и не сушат кожу, поэтому всегда им оды воспеваю. Кто еще не успел воспользоваться акцией на прокладке, у вас есть последний день, потому что в восьмом каталоге они уже подорожают. Обратите внимание. Кстати, вот про эти пасты, уже который день чищу зубы пасты с матчей, и они мне не повышают чувствительность зубов. Хотя вот, допустим, вся серия Эксперт повышает очень сильно. Очищают эмаль хорошо. В течение всего дня она остается чистой, поэтому зашли. Буду повторять, скорее всего, вот эти дейзики, потому что у нас с мужем уже заканчиваются. Пока они нравятся больше всего, несмотря на свое такое вот удушающее облако, которое просто обволакивает, окутывает половину, наверное, квартиры. Девчонки, по варежке сниму отдельный обзор. Вот через день, через два прям он будет. Классная акция на морожку. Очень хорошие цены, большие объемы. Обязательно возьмите, попробуйте, если еще не пробовали, потому что серия достойна внимания, хотя и достаточно бюджетная. Великолепный блеск на волосах. Разглаживает, в то же время не утяжеляет объем и блеск. Ну, в общем, я обожаю эту серию. Если бы не было в арсенале такого огромного количества средств, я бы пользовалась ей. Про варежку сделаю отдельный обзор обязательно. У нас бальзамчик скоро в линейке вот в этой появится, в девятом каталоге, да? Очень ждем, там тоже интересные новиночки будут. Бубадом. Буду брать себе трехступенчатую, четырехступенчатую, уже пяти систему. Что-то из этих обязательно возьму. Прикупила себе, господи, как они называются-то, вот они, Psyllium на Wildberries, потому что гораздо дешевле. Фаберлик, он дороговато стоит, и хотелось его в капсулах, потому что не очень приятный вкус. И вот как-то хочется заняться очищением, оздоровлением организма, ну, соответственно, похудением. Магний пью, пока ничего сказать не могу. Пью магний по две штуки в день во время еды. Классно, что в Фаберлик появилась такая новинка, потому что, ну, магний, он нам всем необходим вообще. Фаберлик за такое количество БАДов по приемлемым ценам. Прям вот огромное отдельное спасибо. Про охлаждающий пластырь уже рассказала вам в обзоре заказа. Так, все вот эти новиночки, все пластыри тоже взяла. Паровая расслабляющая маска, уже ролик есть на канале. Можете посмотреть отдельный прям. Согревающий взяла. Все пластыри всевозможные, в принципе, взяла. Хотя они не особо нужны, но хочется посмотреть, будем с вами смотреть. Частично серия Aromia, сейчас на распродаже пока еще до конца седьмого каталога. Полотенца, вы знаете, хорошие, хорошие, мягкие, неплохие. Тонковатые, на мой вкус, можно было чуть поплотнее, тогда им вообще цены бы не было. Но за такую цену турецкие очень даже неплохо. По желтым ценникам пока тоже в седьмом каталоге, вообще, девчонки, копейки. Обновить полотенчики, здорово, что вот такой красивый дизайн выпустили. Вот эти коричневые кремовые оттенки, прям, мне кажется, они сейчас самые ходовые. Ну и голубых ванн тоже много. Хотела себе взять какую-нибудь футболку, девчонки, ничего не присмотрела. Практически ничего нет в наличии. Который каталог печатают новинки одежды, и практически ничего нет в наличии. Хотелось прям очень футболочку, долго искала, подбирала, уже хотела взять из того, что есть, но нет. Зачем я буду брать из того, что есть, когда... На сериуму желтые ценники, когда можно дождаться, но они дождемся, где-нибудь еще купим. Жалко, конечно, потому что, в принципе, качество футболок Фаберлик, оно действительно классное. А новинки детской одежды тоже посмотрим, будут ли они у нас. Не будут. Хотелось бы, чтобы что-то было. Ну и все, по большому счету. Мало новинок, но, тем не менее, они интересные. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Ссылочку для регистрации всегда оставляю под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Очень классный будет подарочек. Смотрите, любое полотенце для лица плюс кондиционер для белья. Полотенце для лица большие, любое, какая расцветочка будет, можно будет выбрать. Классный подарок, суперский, всегда нужный. Всех люблю, целую, всем пока-пока.